Как пополнить баланс вашего кошелька в Social Lift с помощью криптобота? Переходим в раздел «Кошелек», далее нажимаем кнопку «Пополнить», указываем сумму, нажимаем «Ок» и выбираем CryptoPay, Telegram-бот. Мы видим, что с учетом комиссии, итого получается 10.35 USDT. Нажимаем кнопку «Оплатить». Здесь мы можем либо открыть криптобота с помощью нашего мобильного телефона, для этого наведите камеру на QR-код, и у вас откроется криптобот. Либо мы можем продолжить через Telegram, который установлен на этом устройстве. В данном случае у меня компьютер, я записываю это видео с компьютера, поэтому я нажимаю «Оплатить через Telegram», чтобы показать вам весь процесс с компьютера. И то же самое мы сможем сделать и через телефон. В Телеграме открывается криптобот, нажимаем кнопку «Запустить». Оплата счета, номер такой-то, отправляете 10 USDT, счет такой-то, Social Lift. Подтверждаем, что мы хотим оплатить этот счет, нажимаем кнопку «Оплатить». Мы видим, что в криптоботе мы можем оплатить с помощью таких монет, как Tron, Ethereum и BNB Smart Chain BEP20. Я выберу для оплаты BNB Smart Chain. Но так как в моем кошельке криптобота недостаточно монет для оплаты счета на 10 USDT, бот предлагает нам купить эти монеты либо в маркете, то есть здесь в этом же сервисе, в Telegram-боте, обменять на бирже или пополнить баланс монеты USDT в сети Binance Smart Chain. Также здесь дается адрес. Я пополнил свой кошелек криптобота с помощью BestChange, отправив 10.35 USDT вот на этот адрес. Криптобот напомнил мне, что у меня есть неоплаченный счет. Я нажимаю кнопку «Перейти к оплате». Оплата счета. Отправляйте 10 USDT. Нажимаю «Оплатить». И после перевода средств бот пишет: «Оплата успешно произведена, возвращайтесь на сайт». И на балансе появилось еще плюс $10.